Герой России Темирлан Абуталимов посетил ситуационный центр Дагестана. Здесь министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагомедов провел ему экскурсию по центру и ознакомил с деятельностью службы 112 и управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. В ходе экскурсии Нариман Казимагомедов рассказал, что в здании предусмотрены все рабочие зоны, включая ситуационный зал, зал совещаний, межведомственное взаимодействие, рабочие кабинеты, серверные и технические помещения, а также столовая. Кроме того, консолидированы вычислительные и программные ресурсы, процессы управления и межсистемное взаимодействие на одной логической площадке, что позволяет органам управления получать оперативную и достоверную информацию, а также специалистами оперативной дежурной смены в круглосуточном режиме организуется взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами местного отделения и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Глава республиканского чрезвычайного ведомства продемонстрировал Темирлану Абуталимову макет реабилитационного центра, строящегося на берегу Каспийского моря. Отметим, что в центре также будут проходить реабилитацию участники СВО. Стоит подчеркнуть, что Темирлан является участником кадровой программы «Время героев», созданной по инициативе президента страны, которая нацелена на обучение российских ветеранов и участников СВО, а также подготовку кадров. Сейчас Темирлан проходит стажировку в администрации Махачкалы.